яркий снимок туманности Омега. Коротко, в 2020 году астрономы получили потрясающий снимок туманности Омега, находящийся от нас примерно в 5-6 тысячах световых лет. Итак, смотрим, наслаждаемся, слушаем. Вот эта туманность Омега. Год назад астрономы получили удивительное изображение туманности Омега, также известной, например, как туманность Лебедь. Она включает в себя данные, полученные обсерваторией София, космическими телескопами Спицер и Гершель. Туманность Омега находится от Земли приблизительно в 5-6 тысячах световых лет, составляет диаметр примерно 15 световых лет и имеет массу приблизительно 800 солнечных. Она была открыта швейцарским астрономом Жаном Филиппом де Шизо в 1745 году. Изображение туманности позволило ученым обнаружить в ней 9 новых протозвезд, областей, где пыль и газ коллапсируют, формируя